Небольшая пауза, ребята. Перед тем, как вы начнете просмотр этого видео, хочу вам напомнить, что уже скоро я разыграю Complete Bike. То есть это полностью собранный BMX, который я пойду и куплю в магазине специально для вас. И я узнал, судя по комментариям, достаточно много самокатеров смотрят мои видео. Поэтому я также в ближайшее время проведу розыгрыш самоката, а возможно даже ни одного. Подписывайтесь и будьте в теме. Не пропустите момент. Отвратительная погода, начались дожди, мы не знаем, чем заняться, потому что резина очень быстро промокает, в отличие от асфальта, там не высыхает, сразу становится скользко, мерзко, неприятно. Мы немного покатались, вернемся сейчас на флэт, и я хочу сыграть с Ромычем, просто какие-то трючки позагадывать и попробовать узнать, на что мы способны, просто на флэту с бунихопа. Давай трюки с бунихопа поделаем. Ром, давай по-быстрому сыграем. По-быстрому? Да, просто трюки на полу. Просто game of bike очень быстрый. Давай до двух. До трех. До четырех, ну байк это четыре. Ну BMX хотя бы. BMX. Три, три. Давай, это будет очень быстро, все равно дождь придет. Давай, не знаю, opposite whip. Фига себе. Вот так вот выглядят паркрайдеры с бунихопа. Уверенно. Шлепнул. Со так, шлепком. Моя очередь. Давай. Давай трак. Я надеюсь, он получится. Блэд. Блин. Ромыч, видишь ссылочку вот здесь? Нет. Впереди по ней. Блин, что ж тебе загадать-то? Чё хочешь? Просто я помню, как у нас был, какой у нас был Game of Bike и... Который никто не видел. Который никто не видел, но я мучился. Давай, Халкабиб. Давай. Вон эти no hands банника. Сделаешь? Ну давай, я попробую. Прям чисто такое раскрытие. Ни разу не пробовал, сейчас попробую. Мне кажется. Или как оно? Ну вот, я почти сделал. Ну как сказать? Да там легко, чё, я не понимаю. Все, вы же знаете халту всех трюков, просто брать и делать. Ром, бери и делай. Ну, как бы... Фейки, вип, фейки. Давай. Мне страшно, он так угрожающий круги, наверное, наворачивает. Считается. Да, все четко. Да считается, ты уже поехал, ты уже вышел, поехал, и вот там было на пути. Ну это жестко. Но это дует, но... Я такого никогда не делал. Давай. Обязательно вон это делать? Ну да. Я реально первый раз в жизни попробовал этой фигни. Ты не доходил до нее никогда. Ну ладно. А? А давай что-то я здесь загадаю. Опять? Ну я просто попробую, а вдруг? Давай. Нет, нет, давай, нет. Давай. Да в смысле? Ты понимаешь, в чем прикол? Он говорит, я сделаю вип на Fujian Whip. Но по факту он не сделал вип на Fujian Whip. Он сделал какой-то трюк, который не является... Fujian Whip-ом. Да, он был, он просто такой. Так получилось. Своеобразный. Че, серьезно что ли? Попробуй. Ну я так же не сделаю, понимаешь? Это вот в конце, это бенгер прям заключительный. Это War of First и бенгер.
Буква. Ну, я не так загадывал. Ну, ты и не адекватен. Да ладно, ладно. Так, да, я заказывал. Я заказываю. Да. Пожалуйста, два чикенбургера. Трёх улик с банника. Дай-то попробую. Все уже, дождь пошел. Ну это детская на тэпчике, но можно будем повторить. Ну это типа трёха вип через ТР-тэп, но, на тэп, наверное... На триал спорт. Трёха вип на триал спорт. Я думаю, это заключительная и дождь. Давай. И заключительная и дождь. А если не заключительная? То будет вообще классно. Пожалуйста, давай еще поиграем. Я очень хочу играть в игры в такие. Блять. Я же говорил, что это Game of Bike, а мы почему-то считали до трех, а в слове bike 4 буквы, поэтому мы будем играть до 5. Давай. Давай, cannonball. Байк. One hand. Ну было как этот. Вот так. Да. Не-не-не, в смысле, что вот так схватиться и. No путь. Я не знаю, как это делать. Давай врешь ты все. Я от байка не сделал. Ну, толстый. Нет. Мартин? Не было. Марка попробовать. Ай! Ну и у меня седло, короче, слишком не вкусно. Конечно. Пошли тут отговорочки. Твоя очередь заказывать. Мы играем до 6. Бар на фуджем с банника. Ну, это позимнее. Ты делал когда-нибудь? Когда-нибудь делал. Я никогда не делал. Я когда-нибудь делал. Я никогда-нибудь не делал. А ты заказываешь или я? Ты. А. Ну, теперь я. Ау! Это нельзя такие трюки делать. Правильно. С банника. Я сразу говорил. Давай, делай. Заказывай, пожалуйста, земной трюк. Налей. А в Аннете Бар на Half Cup Opus DSV. Это сложно, понятно, везде. Еще раз 0 тылы, пока не сделаю. Я просто хочу сказать, что уже все мокрое, все скользкое. Можете посмотреть на капли? Это собрать. И колеса. И на колеса, и на педали. Все мокрое. Спина мокрая, жопа мокрая, все мокрое. Индиан, как это, фингер тейлип с банником. Ну, в теории это возможно, наверное. Наверное. Я видел, как пацаны на скутерах делают. Ну, у тебя не скутер. Это у тебя скутер. Ну, да. Можно, можно, я чувствую, что можно. Нет! 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 А все обижали. Почти. Так, это достаточно сложный для меня трюк. Я надеюсь, для тебя он тоже сложный. Опозит 360 с банник. О, это реально. Ну, мне кажется, я сделаю. Отстой, я думал, ты бенгер. Самый сложный выдох, что у меня было и не получилось. Давай, half cup, вип, ну джем вип. Блин, мне кажется, нужно валить его побыстрее, пока он не заказал. Пока он этот трюк не умеет, а это как бы... Чего-чего-чего? Я говорю, блин, классные у тебя попытки сейчас были. Ты очень близок. Надеюсь, ты доделаешь. Ты меня обижал, да, по-любому на камеру? Я ж ведь увижу потом. Блять, точно. Точно.
Мы все это вырежем. Нет, мы ничего не вырежем. Пендулум с баника. Ясно тебе, пендулум. Можно мне даже не пробовать? Я не хочу. Что-то там ноги отрывать от велика, зачем? Что это такая хуйня? Фейки называется. Мечтать, наверное. Ну это дичь какая-то. Ну это слишком плохо было, не считается. Я следующей попытки перезакажу. Еще раз. А VIP Manual сделать? Типа VIP на Manual с баника? Да, вот это, кстати, интересно. Может, попробуем? Заказывай, давай. VIP на Manual ванить? Да. Или, да что угодно. Не, давай. Чего? Чего? Нормально. Чё за жесть? Чё за жесть вообще? Вот это бенгер. Да я сам не ожидал. Я даже не представляю, как, с чего мне начать. С випа, наверное. Только не пендулом. Нет, пендулом доделываю. Пендулом нельзя делать. Я хочу доделать пендулом. Чувак. Я не могу допустить больше двух минусов. А, это крайняя, да, мера была. Давай, ты сможешь. Лучше у меня ты зачистишь. Ой, там туда все подумали. Ой. У меня попало что-то в горло. Ну, спасибо за игру. Да не за что. Давай. В общем, это было просто, сами понимаете, это не наши стихи, мы играли с Бонни Хоппа. И если вы хотите все-таки вот реальный Game of Bike в парке, то пишите в комментариях, там вот это дзынь, 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 вот это не надо. И... Кстати, что вам было интересно смотреть, к примеру, как мы прыгаем в парке на жестком, то есть трюки только на жестком, или же где мы можем кидаться и позволять себе пробовать какую-то невероятную дичь, но на резине. Образовательно. В общем, смотрите предыдущие ролики из Краснодара, хаутушки, с Владивостока, подписывайтесь на канал и спасибо, что вы с нами. До завтра.